Есть в нашей индустрии люди, с которыми вы не знакомы, режиссеров, а с которыми вам бы хотелось бы вот сесть и вот обсудить что-нибудь, творческие планы? Или все, с кем вы хотели познакомиться, вы с теми уже познакомились? Все уже умерли, да. Господи. Нет, в то же время я... Мне когда сейчас... так, иезуитский там был юбилей. Опять в очередной 184-й раз подали документы на народного артиста. И Михалков сказал выбросить. Первая организация, ведь надо там пройти 5 организаций. Михалков сказал выбросить Садальского? Выбросить, да. Нет, выбросить документы. Иезуитский собрали сначала, а это первая организация должна быть. Как? Я могу, первая организация, главная. Там все подписали, и правительство, все подписали бы дальше. Но первая организация Союз кинематографистов и иезуитский. Я не хотел, мне это пофигу. Ну, заставили. А там целая, там вот такая кипа документов. И он просто иезуитский. Собрали документы, и он сказал выбросить. Ну, я не хотел. И меня просто, напали на меня. Звонили, давайте. Это абсолютно... И вот это было неприятно. И в то же время, я понимаю, это известная тема художника и власть. Когда художник приходит во власть, он теряется как художник. И Михалков бы позвал бы сниматься, побежал бы. С удовольствием. Я при всем том, что я к нему актерски как отношусь просто с пиететом. Он актер. Мне вот тоже ведь, меня Гурченко, я должен был сниматься у Рязанова в картине «Сама-сама-сама», «Вокзал для двоих», о бедном гусаре, когда то снялся. То есть исполнил ту роль, которую Никита Сергеевич Никита, вспомнил? Да. И она говорит, Садальский будет с обращением малолетних. И меня это самое... Она убрала меня. И Никита, может быть, это лучшая роль Никиты. Но я бы тоже по-другому бы сыграл. Никита вообще потрясающий. Себе, кстати, все награды получил, которые есть у нас. Только вот мать героини не имеет. Вот у него все награды, все. И первый, второй, третий. Все, что есть. И герой соцтруда. И папа раньше был, прапрадед раньше был постельничим, а теперь он даже... Ну вот после всего этого вы не можете рассчитывать. Он хранитель государственной печати. Уже все придумывает. Все придумывает. Ну вот, ну, точно Никита Сергеевич посмотрит. Да наплевать на него. Ну ничего, наплевать. Они сказали, ему говорят, Садальский сказал. Он говорит, а кто такой Садальский? Да, да, я такой слышал, кстати, от Юлии Пересильд. Да, и Пересильд, да, тоже. Они изображали себя, как будто они летали. Да, но ей наваляли там в комментаторы. Да. За то, что вот... Вы думаете, они летали? Я думаю, уверен, что да. Нет. Да ну ладно. Нет, никто не летал. Фильм «Вызов», вы считаете, что... Да уже сто раз бы уже там маски и прочее уже бы... Но американцы летали на Луну? Ну, конечно, нет. Ну, то же самое. Эрнсту просто не давало покоя. То, что это такой же был... Ну, мы с вами этого не узнаем. Помните, была песня, мы в интернете пели? «Мы все хотим побывать на Луне, эх, на Луне, да, на Луне. Мы там бывали, но только во сне». Это все придумано. Ой, вы знаете, поскольку вы сломали нам формат, мы да. Обычно финишируем тем, что гость обращается к нашему рыбу, золотому, рыбку. Да. Рыбку, поэтому все здоровы. Если что, ради бога, простите, что не так, если кого обидел. Поэтому я просто тогда озвучу желание. Я пожелаю вам все-таки ролей. Может быть, не у Никиты Сергеевича Михалкова, может быть, какого-нибудь другого режиссера, чтобы у вас еще были роли. А давайте Додолев. Додолев пойдет в режиссуру. Вам сколько лет? Мне 66. Вот не надо говорить, сразу постарели. Йоги никогда не называют возраст. Да. Значит, стали... А вы чувствуете себя... О, я себя чувствую на 500, поэтому это... На 500? Да, это точно. А причем, как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Со студенческой пары. А это я вам сейчас после эфира... Нет, что Женка отвечала, а просто надо не стареть. Вот так, и в этом весь секрет. Да. В общем, я вам желаю ролей, чтобы вы были не только народным блогером, но и народным артистом, потому что по факту у вас нет звания народного артиста. Мы популярные, а это популярный... Садальский народный артист. Это гораздо выше. Да причем здесь? По понятиям. Знаете, есть такое вот по понятиям. Вы народный артист. Огромное вам спасибо, вам спасибо, что вы нашли время, что вы пришли.
и порадовали и нашего рыба. А может, кто-то обиделся на меня, что вот сказать? Простите. Вы знаете, как говорит один мой коллега, простите, если кого-то не обидел. Вот это просто... Это должно быть вашим слоганом. Огромное вам спасибо. Приходите еще. Спасибо.